За прошедшие сутки на дорогах города работало свыше 1100 единиц техники, в том числе и привлеченной в срочном порядке у сторонних организаций. Вывозили снег почти 250 самосвалов. Эти цифры назвал председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Погода идет на рекорд. За один день в Петербурге выпала почти половина месячной нормы. Но у чиновников настроение хорошее. Они уверены, процесс уборки и утилизации снега организован эффективно. По их словам, главные магистрали города уже расчищены. Улицы меньшего калибра тоже не будут забыты.